Уважаемые инвесторы, 9 августа 2024 года на экране криптопара Notcoin к цифровому доллару Not USDT. 4-часовой фрейм, внимание, то есть мелкий фрейм. Графика очень мало на дневном фрейме, на недельном тем более, поэтому можно работать только в пределах, ну, в пределах чего-то такого, да, там, скажем, не там не на полгода вперед. Ну, конечно, на полный год вперед тоже можно приблизительно предсказать, но лучше работать, скажем, на короткий срок. Вот. Так. Но здесь вижу такое движение довольно простое. Так, ну-ка, значит, так. Сейчас я покажу. Значит, либо вот такое движение я вижу, то есть вот так оно, цена будет сюда идти, к отметке 0,138 тысячных, и уже, возможно, здесь уже от этого уровня она пойдет вниз. Так, пока не знаю. Пойдет ли она к поддержке сюда, ну, возможно, пойдет. То есть могу вот так указать. Так, это такой первый сценарий. Второй сценарий. Здесь она может в любом случае на отметке 0,138 тысячных. Она, цена имеет право на такой ложный пробой. Да, так, херякс, так забьет сюда. И вниз, вот. Ну, как она здесь вниз пойдет, мне в принципе по барабану. Да, она может и так пойти вниз, покрутить там хвостом, вот. По факту, то есть тут в принципе пока я не вдаюсь в эти подробности, потому что я в шорты не встаю по данному активу, вот. Поэтому меня так особо не интересует. Я знаю, что он пока пойдет вниз, и пока его рано покупать, вот, поэтому учитываю такие вот сценарии, то что он отсюда пойдет вниз, да, там, вот, но там, кто сейчас там, допустим, скажет, вот, да нет, да ты че, он вверх пойдет, да, может вверх пойти, я не спорю вообще, вот, но пока я не вижу ничего, никаких сигналов вверх, вот. Ни на свечах, там, ни на графике, то есть ничего такого прям не вижу. Но предположим, сейчас цена там пойдет, не знаю, может быть, скажем так, вот так, да, предположим, здесь она там зафиксировалась, допустим, да, тут она, я не знаю, там, тут она стукнулась о мое сопротивление, стукнулась о мою поддержку. То есть сопротивление получается у меня тут на отметке 0,155 тысячных, там стукнулась о поддержку 0,138 тысячных, там вырвалась к отметке 0,170 тысячных, там, да, стукнулась о там поддержку 0,159 тысяч. И сформировала вот прям такой сигнал, что я вот сейчас прям от счастья там написаю в штаны и пойму, что вот она вверх пойдет. Да, тогда можно говорить, что она пойдет. Но она для этого, цена мне должна для этого дать какое-то конкретное такое, скажем, какой-то конкретный сигнал, чтобы я видел реально по паттерну, что да, цена хочет вверх. То есть, опять-таки, да, я не то, что я себя подстраховываю, и таким способом хочу там усидеть на двух стульях и, допустим, там обезопасить свой прогноз, типа сказать, вот я и так, да, там может кто-то так понять. Вот. Я исхожу из вот этого момента, когда я снимаю. То есть сегодня 9 августа, и я вот исхожу прямо с 9 августа. Вот. То есть по факту вот то, что я вижу, то, что я могу спрогнозировать, да, мой прогноз вниз. Все, я ничего другого не вижу там. Что там, кто там говорит, там, какие там новости пишут, мне вообще до лампочки. Вот. Но, еще раз объясняю, да, цена имеет полное право обойти мой прогноз, там, я не знаю, там, подпрыгнуть куда-то там, да, сразу там к уровню 0 и 0,17 тысячных получается, да, 0 и 0,17, так,
подпрыгнуть прямо сразу сюда, стукнуться о поддержку 0,15 тысячных и вот что-то подобное сформировать. Конечно, да, тогда я поверю и скажу, да, простите, поверю и скажу, да, это вот пахнет, дело пахнет ростом. И вот. Но я пока не рассматриваю такой вот сценарий, поэтому сценарий довольно простой. Вот. Ну и здесь я вижу, в принципе, вот зону закупки. Вот, приблизительно здесь, да. Вот, в принципе, как вы вот видите, прогноз и был. Вот посмотрите, старый-старый прогноз, да, давно я снимал, когда Ноткоин только там начал, где-то он там куда-то полетел, улетел. И я снимал прогнозы, и постоянно вот я публиковал там. Вот здесь я публиковал рост, я помню хорошо рост, да. Я публиковал рост вот тут. Далее снижение публиковал. И вот на каждом снижении, где я публиковал, делал прогноз на коррекцию, постоянно там тоже были такие вот недовольства, частенько где-то то там увижу вот. Но, понимаете, тут как? Не то, что я там вот умный. Вот график мне показывает, все, я по нему работаю, понимаете? Вот вы садитесь в автомобиль. Вот, и начинаете им двигать. Почему вы им можете управлять? Да потому что вас в школе научили, в автошколе, что рулем надо рулить, на педаль газа надо нажимать газом. Здесь такая же херня. То есть тут ничего сложного нет. Тут как на велосипеде кататься. Тут, в принципе, вот все очень довольно сложно, но этому можно очень просто вот все это можно понять. То есть, вот. Поэтому ну, не воспринимайте это сейчас как, скажем, какой-то прям, я не знаю, сверхъестественные силы, да, что там вот почему сбывается. Вот. Здесь я бы рассматривал уже покупку. Прям в лонг, вот, да. То есть я не знаю сейчас, я не могу сейчас сказать, как она себя отсюда поведет. Возможно, она стукнется о сопротивление на отметке 0 и 10 тысячных, возможно, она скорректируется, здесь опять будет пытаться выходить, то есть что-то подобное, вот. Но уже вот от этих уровней можно, в принципе, неплохо начать инвестировать в будущее. Вот и все, вот такой офигенный сигнал, на котором вы можете заработать реальные деньги и только вот на одном активе можно будет потом заработать, и, возможно, кто-то скажет спасибо. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюты, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.